Что такое безответная любовь? В чем кармический смысл? Что это за знак? Почему дается такая любовь? Безответная любовь – это школа любви. Это означает, что вы любовь можете отдавать, а получать ответ не можете. Значит, у вас любовь должна быть чистая, независящая от ответного действия. Поэтому безответная любовь – это любовь, которая приближается к божественной. Поэтому радуйтесь. Вот тот, кто умеет безответно любить, этот человек, на самом деле, я вам скажу, никогда, никогда не может быть безответной любви. Я смотрел на тонком плане. Если один человек испытывает чувство другому, у другого рождается автоматически такое же чувство. Они могут быть несоответственны, меньше, но оно всегда рождается. Любовь всегда вызывает ответную любовь. Всегда. А если вы любите человека, он никак не реагирует, значит, у вас не любовь к нему, а страсть, желание получить от него наслаждение и все что угодно. Чистая любовь, которая идет и не требует ничего взамен, всегда вызывает ответ. Поэтому посмотрите на ваши чувства, на ваши отношения к другим людям. И если вы поймете, что безответная любовь – это возможность вашего развития, становления, изменения, тогда будет все хорошо.